Итак, всем привет, это 17-я серия нашего прохождения игры Dragon Age Origins в составе Ultimate Edition. Уровень сложности кошмар, и это, блин, заметно. Нас бьют простые, мать их, скелеты. Мы находимся в подземелье, и это подземелье... То есть мы тут расследуем причину проклятия у оборотней. И это нас привело в какие-то древние руины, где куча нежити, которая, ну, очень-очень нас бьет. Это самая, блин, нежить. Но мы не сдаемся, мы идем дальше. Я только не помню. Здесь-то я был, нет? Сломанный ящик. Так, этот искусственно выглядит как драгоценный камень, внутри которого содержит, судя по всему, кровь. A device meant to hold a spirit, perhaps? Such would be my guess. Though, what might be left of any spirit within after such a long time trapped? Elf magic. Is that blood in there? Whose, I wonder? You think it would be all dried up after so long? There must be magic involved. Что вы хотите сделать? Разбить его. Либо магия. Продолжить. Коснуться. Ну-ка, 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 поделиться с тобой с военным чародеем. Ты сама не маг, но можешь научить этому другу магов. Давай. То есть у тебя только одного небытия. Ага. Да, я попробую. Хочешь, чтобы ты так? А я не буду, да. Я же не маг.
Все? Задание выполнено. Клево. Я думаю, нам сейчас придется с этим, с сущностью драться. А она, смотрите-ка, эта сущность оказалась доброй. Ух, она какая, блин, сущность-то. Так, куда? Если я сюда пойду, что мне это даст? Груд костей, пластинчатый доспех. Ага. Пойдем дальше тогда. Нас ждут великие дела. Не стал я брать этот, как его зовут, умение воина-чародея, потому что я все равно воином-чародеем не буду. И Морриган я затачивать не буду под этот, под этого воина-чародея. Так, стоп. Опять скелет, что ли? Ненавижу этих сволочей. Где ты там? О-о-о. Так, а ну-ка. Дай им. Окей. Окей. Ух, там еще. Но здесь-то их мало. Здесь-то их мало. Вот там было, конечно, когда сразу по десятку на тебя нападает. Вот это было, конечно, охренеть. Как не круто. Что тут есть? Гадость какая-то, но мы ее возьмем, эту гадость. Сундук. Хватит у меня. Хватит. Умение-то. Так, где я вообще нахожусь? Так, это я вот отсюда вышел. Могу пойти туда. А могу пойти туда. Пошли туда. Посмотрим, что там. Так, здесь какая-то каморка. Еще одна. Филактерия. Ну вот здесь вот, похоже, поскольку рядом никаких алтарей нету, здесь, похоже, придется драться. Попробуем. Слышь, филактерия. Продолжить. Здесь поразительно холодно. Темные тени клубятся вокруг клочка бумаги. Взять сосуд. Трескается. О, пипец, начинается пипец. Восставший из мертвых. У-ху-ху. Надеюсь. Да посмотри, он то ли высосал из меня кровушку, то ли хрен просышь, что творится. Но Морриган у нас сразу уехала. Да. Да не сильные, слишком сильные, конечно. Тем более, один промах за другим идет.
промах. Нет, они слишком сильные для нас, эти восставшие из мертвых. Вот и все. Ладно, загрузить последнюю точку, уходим отсюда, не будем его бить, этого восставшего из мертвых. Эх, ну что ж, кошмар есть кошмар, что тут сделаешь? Уровень у нас маленький, поэтому как бы особо у нас нет ничего. Обнаружена ловушка. А ну-ка идите сюда. Да не ходи туда, Алистер, дурак. А, нет, это не Алистер. Бедный Стэн, что называется. Что ты делаешь? Ну, понятно. Хорошо, загрузить, понятно все с вами. Ту ловушку замучаешься это открывать. Как тут все жестко. Просто жестко. As you say. Look there. Отходим. Пусть они сами к нам идут. Надо посмотри на них, на этих придурков, а? Ой, ну зачем вы включили эту штуку, а? Ну понятно, все. И Алистер сейчас тоже сдохнет. Ну да. Блин, они просто тупо бегут и все. Вот что делать, я не понимаю. Как мне эту ловушку обезвредить, если они просто тупо пробегают? Ничего тут не получится. Главное, оно, конечно, получится, но не получится. Слишком много тут лучников, блин. Ну да. Ушли. Да ё-моё, я не понимаю, как это можно сделать. Я реально не понимаю, как это можно сделать. Как можно пройти здесь на высоком уровне сложности?
Титаник. Все, все, все. Ну да. Есть просто. Они просто бегут и все. А что делать? Я не понимаю. Надо тогда, наверное, в этой, что ли, как его зовут? Давайте в тактике, что ли, что-нибудь посмотрим, загрузить последнюю точку. Давайте смотреть в тактике, что надо сделать, чтобы они вообще никуда не бежали. Пассивный. Давай так сделаем. As you say. Ага, вот как надо. Понял. Фу, блин. Зараза. Не успеет, да? Наверное. А может, успеет. Марика, может быть, может быть. Так, Морриган, давай-ка ты это самое, вот этого вот козла мочканешь. Блин, Стэн все-таки отъехал. Так, Алистер, на тебя вся надежда, давай. Припарочку. Так. Конечно. Ну да. Тьфу, ёпта. Зараза, а. Слишком их много. Слишком их много, еще и ловушки. Вообще ужас какой-то. Это что за этот, как его зовут? Это просто какая-то... Какие-то коридоры смерти. Я не понимаю, как их вообще можно проходить. Так, давай. Всех их пассивными делать. Только смысл их делать пассивными, если они все равно, сука, бегут. Воевать. Давай же, ну! О-о-о. Ходи. Алистер со Стэном сейчас, конечно, умрут. Черт. Ты вообще нихуя не видать, а? Так.
Ай, блин, она еще и промахивается, умудряется промахиваться, блин. Ну и разбойница, блин, с двумя мечами и не может попасть нифига, а. Так, ну ладно, давай малую аптечку, этот, припарку. И бей его, и бей. Молодец. Так, ты что делаешь? Ты его убьешь уже сегодня, нет? Наконец-то, блин, спасибо. Его сейчас просто тупо зарежут, забьют. Давай уже. Припарку. Осталось чуть-чуть. Да, давай, 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 Морриган. Так, Морриган, лечи Алистера, пожалуйста. Сейчас Алистер там нормально все будет. Он опять бежит ко мне. Молодец. Ой. Так, ну ладно. Бежит так бежит. Давай, 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 давай. Вот этого вот гаси. Морриган. Сделай одолжение. Откани. Слушайте, это да, это сложно. Готово. Неужели? Ага. Ой, дирижабль, ага. Так, где там Стэн-то? Лежишь? Из-за тебя, можно сказать, просрали-то. Реально. Look there, a cunning trap. It's a trap. Да ладно-ка. Look there, a cunning trap. Молниеносная реакция. Я перепрохожу эту хрень. Уже раз четвертый, наверное, да? Комната смерти, ей-богу, блин. Так, ну, Морриган уровень, это уже хорошо. Искатели приключений, круто. Заберем сундук. Щит клана. Фигня, походу. Серебряный кубок гравированный. Хорошо. Есть что еще? Так, скелет-лучник. Это было, конечно, очень жестко. Так, Морриган, давай-ка мы тебя уровень вкатим. Так, так. И что еще тебе надо бы? Телосложение, может быть, чтобы ты не так... Да нет, телосложение тут вообще ни при чем. Давай-ка... Да пусть будет магия вообще. Так, что мы будем тебе качать? Я уже
неоднократно убедился, что мне во многих местах нужен конус. Так что конус мы и будем качать. Так, и теперь она может наконец-то... Наконец-то может вот эту штуку носить. Вот. Больше тут, походу, дел ничего, да? Так, нет, там еще скелет, лучник. Твою мать. Это жестко. Это жестко. Ничего не скажу. Мало того, я что-то не особо это помню. Чтобы столько скелетов на меня наезжало. А нас там встречают, да? И кто нас там встречает? Опять ли это? Так, Морриган, Морриган. Сделай одолжение, бахни. А вот теперь фиг тебе. У меня теперь есть вот такая штука. Так. Давай-ка высасываем из жизни. Отлично. Сразу как урон пошел от нее. Офигеть. Отлично. И это опять скелеты. И все? Походу, да. Ну, сразу слабое звено превратилось в сильное звено, и сразу все пошло по-другому. Так, что это тут такое? Что тут такое происходило вообще? Ёпт. Тебя мне только не хватало. Ты кто такой? Слушайте, ну давайте уже... Что-то как-то я смотрю нереально. Он такие хорошие магические фигнюшки делает, что мне прям завидно. Где он там? Ты посмотри, что творит, а? Ты посмотри, что творит. Ну да. Не, это нереально.
Ну посмотрите, сколько скелетов, да еще и этот чувак. Довольно-таки крут. Что с ним делать, с таким красивым? Я даже не знаю. Так, ну ладно, давайте попробуем, конечно. Я даже на Морриган переключаться не буду, потому что нет смысла. И так размотаем. Этих-то размотаем, а вот тех... Того я не знаю даже, чем его бить. Так, надо, наверное, переключаться на Морриган. Сохранить игру. Ух, ёпта! Разъетить твою етить, зачем я мог бы сделать? А ведь неплохо получилось, да? У него вообще уже жизни не осталось. Я мог убить его, Морриган. Так, а ну-ка. Выпей и атакуй. Есть. Все-таки она смогла. Так, ну у нас еще куча скелетов, блин. И Алистер уже, конечно, не в очень хорошем состоянии, и это тоже. Иду. Да блин. Готово. Так, ну давайте, вставайте. Блин, Морриган, ты молодец. Мы чуть-чуть еще бы... Если бы я не нажал вытягивание жизни, я думаю, что она с этой... То есть она пошла на сближение. Да, и с него дают кольчуга Виридиум, которая... Я бы не сказал, что... По-моему, она не очень, нет? Ну-ка. Что это за кольчуга? Так, вот
Это вот у меня вообще десятка. Кольчуга-то. У Стена. У этого 8. А Виридиум этот. Кольчуга Виридиум 6. Ну, вообще говно, на самом деле, честно слово скажу. Усталость очень большая. Не знаю, за сколько ее можно продать. Блин, вообще жопа, просто жопа. А, так это не та, вот она где была. Пепельные перчатки, рубин, топаз, гранит, металлический каплевидный щит. Ну-ка. А что за пепельные перчатки? Это что-то там какое-то клевая штука какая-то. Пепельные перчатки. Требования маг. Урона от холода. Ну, это... Давай. А почему пепельные перчатки, если это урон от холода? Ладно, не будем задавать такие глупые вопросы. Как говорится, дареному коню под хвост не заглядывают. Так, я хотел у Алистера посмотреть. Может быть, какой... Так, это не Алистер. Вот Алистер. Вот у меня есть такой щит. Может быть, какой-нибудь другой щит. Металлический каплевидный. Ну, это то же самое, только без прибавок к атаке. Все понятно. Блин, у меня скоро уже... А, ну не совсем скоро, но будет скоро перегруз. Ладно. Идем дальше, е-мое. Капец. Так, у нас все плохо по аптечкам, Морриган. Давай-ка ты, Морриган. Ой. Сделаешь нам малых аптечек. Штук 10. И вообще надо было реагентов для возгонки купить, блин, чтобы сделать нормальных припарок. Так, я вот отсюда пошел, да? Нет? Откуда я пошел? А, ну да, вот это вот все, вот это вот. Книжку читать не могу. Какая-то падла здесь, понимаешь, некромантила. Блин, я могу пойти туда, я могу пойти сюда, я могу... Сколько же есть мест, куда можно пойти? Просто ужас. Ну вот. Так, скелетики. Ну, идите сюда, скелетики. Все. Вообще заломали. Че, еще есть? А, ну да, вон там. Бежит оно, понимаешь? Так, здесь саркофаги какие-то. Труп солдата. Откуда здесь солдат? И как он так далеко забрался, блин? Логово вер... О, я дошел, походу, да? Алмаз. Вещь. Я дошел, только я так и не понял. Короткий лук. Я так и не понял, там какой-то ритуал, и я не понял, как его сделать, этот ритуал. Эльфийский корень. Не помню. Надо гуглить. Ну, что я имею в виду, что
Нафиг нам упускать возможность чего-то там сделать, если это можно это сделать, да? А хотя, наверное, по-моему, это по этой, как его зовут? По сюжету, по-моему. Ай, дайте вон туда сгоняем. Тоже куча саркофагов. Заберем. Древние эльфийские доспехи. 22 силы нужно. Плюс 2 к ловкости, плюс 2... О! О! Слушай, вот это вот, походу, дело... Средний доспех. Вот это вот, походу, дело хорошая вещь. А у меня сколько по силе-то? Подожди. Сил-то у меня 18. Это 2 уровня надо ждать. Ну, не 2, конечно, но все-таки. Не хватает у меня, зашибись. Может, нам потом позволят сюда вернуться? Я бы с этим повоевал бы. С духом. И здесь тоже... Супер сундук, который нельзя скрыть. А жалко, а хочется, блин. А, пошли к этому клоку вервульфов. Ой, не туда. Раз уж мы прибыли. Там, по-моему, этот ритуал легко делается. Там, по-моему, надо выпить немножко воды, потом поставить кувшин на алтарь и все. Вроде бы. Что-то такое мне вспоминается, но я не хочу. Я думаю, что можно будет вернуться потом. А вот и мы. Желчь трупа. Очень полезная вещь, блин. Походу. Так, и тут повсюду враги. Будете драться? Буду драться. Ну, узнаете после этих. А, слушай, это какие-то странные. Теневой волк, типа того. Детская сила, да вы чё? Они порвали буквально, просто порвали. Просто порвали. Теневой волк. Так, ладно. Сейчас попробуем их выманить. И попробуем что-нибудь изобразить, попробуем. Yes. Mm-hmm.
Ну, нормально. Слышь, хватит. Все вроде, да? Так легко. Да, именно так легко. Так, кто там еще хочет? Все идут. Ага. Блин, отходим. Пацаны, пацаны, надо отходить. Так, что там творится-то? Так, понятно. Я всех их приморозил. Так, а стенд у нас чё? Да вообще не видно. Так, это уехало. Ну, тут два вервольфа. Это, в принципе, не так, чтобы уж сильно... Тут вот теневой волк, конечно, это плохо. Два теневых волка. Так, давайте-ка вы как-нибудь... Блин, да что-то, не закрыть дверь, а атаковать, ну. Вот. Так вот. Вы с этим разбираетесь и как хотите, короче говоря. Я придумываю. А я думаю... Ну, почти. Так, теневой волк готов. Попади ты, господи, какой ведь. Никак не мог. Так, теперь вы оба с вервольфом-то, я думаю, разберетесь. Разобрались. Ужас. Какой кошмар, я бы сказал. Это просто нереальная кошмарная вещь. Ну а что вы хотели? Это вам не это, это вам кошмар. Это вам не ведьмак, в котором самый высокий уровень сложности, в общем-то, довольно-таки простой. Если знать, что делать. Вижу ловушку. Ой, надеюсь, это не теневые волки. А нет, нормально. Нормально, теневые волки пострашнее будут. Упс, что такое? Кто напал? Ну, пусть бегут, неуклюже.
Морриган? А Морриган? Не-не-не. Вот! Даже теневого волка в тиски взяла. Убили. Ладно, это все фигня. Сейчас мы полечимся. Когда трое на одного, даже теневой волк ничего сделать не может, по идее-то. Окей, так, блин, у всех тут вообще все плохо. Be cautious. Ага, ага. Жуть, просто жуть. А у меня даже аптечек нету. У меня только малые аптечки. Ну ладно, со штрафами походим. Что делать? Скоро, кстати, опыт будет. Уровень, вернее. Так. Я вот что хочу знать. Что у нас здесь. Возможно, я сюда приперся не совсем по уровню. Надо было все-таки по совету Алистера, наверное, в Редклифф сначала топать. Потому что в Редклиффе-то не так все сложно на самом деле. Но я что-то подумал, решил сначала это пройти. Думаю, уровней поднаберу. Че? А, понятно. Ладно, ты один такой? Один. Ну, это ты зря. Вот и все. Я же говорил, зря. Просто запинали. Так, ну чё? Возьми сундук. И как так, куча мешков. Пойдем посмотрим, что там в этой куче. Видите, денежки. Куда я приперся? Ну, в принципе, вот как-то так вот взял и приперся. Надо сохраниться, кстати. А, и сразу сохранение игры. Ты-ты-ты-ты-ты. Так, кто тут у нас? Привратник, вервульф. Еще один вервульф, да?
Вас тут трое, да? Давай поговорим. Вы мирные, походу. Как-то да. We do not wish any more of our people hurt. I ask you this now, outsider. Are you willing to parley? Слушай, давно хочу. Ой. А кто ты такой, кстати? I am merely another of the cursed who guards the entrance to our sanctum. I have been sent to parley. Not with me. I have been sent to you on behalf of the lady. She believes you may not be aware of everything you should be. She means you no harm, provided your willingness to parley in peace is an honest one. Ну, пошли. Follow me. But I warn you, if you break your promise and harm her, I will come back from the Fade itself to see you pay. Ну ладно, ладно. А я не думал, что я до сюда дойду. В отдельный момент мне казалось, что какие-то моменты там вообще непроходимые. Красотка, конечно. Чем-то похоже, напоминает, вернее, не похоже, а именно напоминает владычицу озера из первого Ведьмака. Ну, привет. Кстати, да. No, that I am not. If I could have revealed myself sooner, I would have. Do not listen to her, lady. She will betray you. We must attack her now. Hush, swift runner. Your urge for battle has only seen the death of the very ones you've been trying to save. Is that what you want? No, my lady. Anything but that. And the time has come to speak with this outsider. To set our rage aside. I apologize on Swiftrunner's behalf. He struggles with his nature. Truer words were never spoken. But few could claim the same as these creatures, that their very nature is a curse forced upon them. No doubt you have questions, mortal. There are things that Zathrian has not told you. А он мне вообще ничего не рассказывал. Zathrian, who created the curse that these creatures suffer. The same curse that Zathrian's own people now suffer. Centuries ago, when the Dalish first came to this land, a tribe of humans lived close to this forest. They sought to drive the Dalish away. Zathrian was a young man then. He had a son and daughter he loved greatly. And while out hunting, the human tribe captured them both. The humans tortured the boy, killed him. Ну, понятно. The girl they raped and left for dead. The Dalish found her, but she learned later she was with child.
She killed herself. Zathrian came to this ruin and summoned a terrible spirit, binding it to the body of a great wolf. So Witherfang came to me. Witherfang hunted the humans of the tribe. Many were killed, but others were cursed by his blood, becoming twisted and savage creatures. Twisted and savage, just as Witherfang himself is. Deceit is the nature of men. They were driven into the forest. When the human tribe finally left for good, their cursed brethren remained. Pitiful and mindless animals. Until I found you, my lady. You gave me peace. I showed Swiftrunner that there was another side to his bestial nature. I soothed his rage and his humanity emerged. And he brought others to me. Thanks. In part, we seek to end the curse. The crimes committed against Zathrian's children were grave, but they were committed centuries ago by those who are long dead. Word was sent to Zathrian every time the landships passed this way, asking him to come, but he has always ignored us. We will no longer be denied. We spread the curse to his people, so he must end the curse to save them. Please, mortal. You must go to him. Bring him here. If he sees these creatures, hears their plight, surely he will agree to end the curse. Нет ничего, никого более мстительного, чем эльфы. Так, у меня есть другой план. А, нет. А, нет. Кстати, да, вот. If Zathrian comes, I shall summon Witherfang. I possess that power. I also have the power to ensure Witherfang is never found. Tell Zathrian this. If he does not come, if he does not break the curse, he will never find Witherfang, and he will never cure his people. I believe there is. There must be. If there is no way, then he dies. Then they all die. Ну, ладно. Then we shall await your return. Outside of this chamber, the passage leading back to the surface has been opened for you. Return with Zathrian as soon as you can. Ну что ж, это крутая серия подошла к концу. Я немножко сейчас передохну и посмотрю, что там с этим ритуалом можно будет сделать. Что-то мне... Ой, не-не-не-не-не-не-не, подожди. Что можно делать с этим ритуалом, надо посмотреть. По-моему, там как-то легко это все делается. Но я уже не помню. Так, хозяйка леса. Ух ты, что это? Что это за страшные звуки? Вы меня не пугайте, я через такое количество нежити прошел, что мне уже не страшно. Булыжник. Блин, всякую фигню набрал. Целую кучу всякой фигни. Так, это вот как раз-таки тот самый выход, да? Я так понимаю.
проход на верхние уровни. Да, но я вот не был вот здесь и вот здесь. Слышь? Так что давайте пока не будем заканчивать серию. Надо посмотреть, что там есть. То. А, здесь как раз таки вот мы разговаривали, понял? Блин, скоро перегруз будет. Yes. О. As you wish. Как же вы любите под мышку-то вставать? Что у вас тут есть? Что у вас тут есть? Есть что? Есть что? Сундук вижу. Походу все у меня, да? Обыдно, досадно. Ну ладно. Как раз таки давайте тогда пройдем на верхний уровень там. Удалить, распродадимся. Вернемся сюда. И захапаем все, что тут есть. Так, подожди, 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 подожди. Куда? Не сюда мне. А мне не сюда, мне вон туда. Такая довольно-таки нехилая такая-то хозяйка там вообще. Ну и хозяйка. Понимаешь. Как раз та дверь, которая была заперта, я так понимаю, да? Здесь тоже что-то есть, но я не стал это брать. Потому что мне и так перегруз. Ну да, это то самое место, вот это вот путь в лес. Ладно, к следующей серии я погуглю там, что делать с этим ритуалом конкретно, ну и так по мелочи, может я что пропустил. А так, всем спасибо за просмотр, всем пока.